В Белокуракино ремонтируют дом детского и юношеского творчества. Деньги на реализацию проекта, объединенные Белокуракинщиной, выделили Международная организация по миграции и местная власть. Елена Зверхановская подробнее. В Белокуракинском доме детского и юношеского творчества работает 28 кружков. С 400 детьми со всего района занимается 15 педагогов. За підтримки Міжнародної організації з міграції уряду Японії та ініціативної групи педагогів, батьків, членів громади було створено проект об'єднання Білокуракинщиною. Цель проекта – объединить усилия учителей, родителей, воспитанников и активных людей района, чтобы каждый подросток смог реализовать свой творческий потенциал. Було домовлено, що одним із умов їхньої праці, їхніх вкладень в розвиток нашої території – це співфінансування місцевих територій. І на що ми погодились, звичайно, адже близько мільйона гривень, які вкладають в ремонт будинку творчості міжнародна організація. А 400 тисяч гривень виділили з бюджету громади і району. Ремонтні роботи одновременно виконуються двома строїтельними бригадами. Зробили капітальний ремонт пола, постелили USB-плиту, накрыли линолеумом, вложили плиточку, установили окна, двери входные новые. Ремонт крыши частичный, утепление крыши. И спускаемся вниз на первом этаже, хореографический зал, полы, стены. И малярка полностью вся выполняется. Актовый зал, и потолки, сцена, стены красятся, откосы, двери, все это выполняем мы. Во всех отремонтированных классах установлены кондиционеры. А закончат ремонт Белокуракинского дома детского и юношеского творчества к концу января 2017-го. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.